Экзамены позади, в регионе начались выпускные балы. Так бы началась следующая новость год назад. Но ситуация с коронавирусом внесла коррективы. Последние звонки прошли в онлайн-режиме. А что же с вручением аттестатов? В Прохоровском районе нашли свой выход. На свежем воздухе, на главной площади муниципалитета в торжественной обстановке. Вручили аттестаты, медали за успехи в учебе и премии по 10 тысяч отличникам. Таких в этом году только в Прохоровском районе 13 человек. Со вступлением во взрослую жизнь ребят поздравили глава района Сергей Конищев и заместитель председателя областной думы, генеральный директор телерадиокомпании «Мир Белогорья» Елена Бондаренко. Конец учебного года для школьников стал испытанием дистанционным обучением. Пришлось нелегко, но были и свои плюсы. Онлайн-уроки, отмена госэкзаменов для девятиклассников, в СУЗы их возьмут их могут зачислить по аттестату. Повезло и сегодняшним выпускникам. ЕГЭ оставили только для тех, кто планирует поступать в вузы. Но неизменным осталось одно. Воспоминания, которые нахлынули на вчерашних школьников, когда они держали аттестат в руках, и волнение перед новым этапом жизни. Слово главным героям торжества. Планы на будущее. Главное стать человеком. И помогать людям охранять правопорядок. А школа какую роль в твоей жизни сыграла? Ну, в школе я обрел много новых друзей. Также с ними было много приятных моментов. Кто-то доказал, что он достоин быть другом. Кто-то, наоборот, помогла разобраться в людях, можно так сказать. Были очень грустные моменты в жизни, были очень веселые. Это просто потрясающая школьная жизнь. Прошел вот этот путь длиной в 11 лет. Наконец-то получил медаль, аттестат. И все, уже можно поступать. Куда планируешь поступать? Как, кем видишь себя в дальнейшей жизни? Программистом. Вы все-таки вступаешь в взрослую жизнь. Это очень рискованно все-таки. От родителей уходишь, не будешь больше под таким контролем. Это очень боязно. Пока, честно, еще ничего не осознается. Все как-то размыто. Пока нет никакого осознавания, что я уже выпустилась, что у меня что-то поменяется этой осенью. Спасибо большое за эти теплые 11 лет. Это будут самые яркие воспоминания с моей жизни. Это все-таки большой промежуток моей жизни. Ну, счастье, конечно, всем. Здоровья, ученикам поступить. Успешно, желательно. Найти работу хорошую. Хороших учеников, учителям. Хотелось бы выразить огромную благодарность всем тем, кто помогал мне все эти 11 лет. Это педагогический состав, это также мои друзья, одноклассники, которые никогда не бросали, всегда давали нужный совет, помогали. Всегда мечтать и не переставать стремиться к мечте.